около подъезда в Бригадире. Где-то какой-то два раза приготовили. После Карелии, конечно, очень печальное покрытие, потому что в Карелии мы ехали по откровенному льду, на высоких скоростях можно было все это делать. Здесь, к сожалению, нет ледового основания, и под снегом, еще на ознакомлении, мы сразу дорыли до асбеста, который не щадит ни шины, ни шипы, поэтому это, конечно, оставляет определенные... акцент на работу с шинами в том числе. Неприятная ситуация. Мы на первом спецучастке выиграли. Даже вот впереди идущую машину, да, там Subaru догнали почти. А на втором спецучастке получилась такая ситуация вот на Габра, что вот этот, ну так скажем, Subaru Мансуров, он перед нами стартовал на пробитом колесе. И об этом никто не знал. То есть они изначально знали, что едут на пробитом колесе, но наше мнение могли хотя бы предупредить как-то или нас, или еще что-то. Участок 14 километров, мне кажется, километров через 5 мы его уже начали догонять. То есть уже висела сильная пыль, и в очень безобидной ситуации почему-то мы подскользнулись, все четко, стенограмма билась, ну и просто уехали мимо дороги. Ладно, у нас две лопаты взяли в руки, все откопали, ну потеряли 12 минут, что делать? Трассы классные, снега много, все ровненько, гладенько, машина едет, пилот едет. Привыкаем еще к резине, к новой, потому что на ней не так много было опыта. Новая широкая шина, она иногда дает неожиданные результаты в поворотах. Вот к этому еще привыкаем. Все запасы узких шин, на которых ездили там прошлые годы, они, в общем-то, исчерпаны. И теперь весь мир перешел на вот эти новые модели широких шин. Естественно, в определенных условиях она проигрывает узкой шине, потому что ей сложнее докопаться до твердого грунта. Но в таких погодных условиях, как сегодня, когда достаточно плотная дорога, достаточно хороший зацеп, я считаю, что шина неплохо справляется, и я сомневаюсь, что она вот в данных условиях проигрывает узкой.
удачно она встала.